Было трудно добыть артефакт? У владельца было много вопросов. Жаль, что ты не пошел. Странник во времени. Поздравляю, ты многого достиг. Я рада, что мы можем общаться в этой реальности, вне времени. Я записываю это для себя. Люди прошлого ничего не поймут. Наши симуляции однажды пересекутся. Думаешь, ты здесь? Слушаешь это сообщение? А может, это работа Анимуса? Может, часть большей симуляции? Как далеко расходятся круги на воде? Поговорим как мятежники. Нас долго сдерживали правила предтеч. Пришло время новых путей и возможностей. Эра контроля сменилась эрой творения. Я собрала единомышленников, чтобы начать все сначала. Мы прекратим мешать и будем направлять. С нашей точки зрения подготовка займет немало времени, но потом мы будем рады видеть тебя среди нас. Нужно лишь нажать на кнопку и провести еще одну симуляцию. Это бред. Вздор! Я ожидал слов мудрости, но услышал лишь бормотание безумцев. Успокойся, Пифагор. Может, приглашение предназначено не нам. Не стоит выходить из себя из-за каких-то слов. Просто невероятно. Знания, сокрытые здесь, ошеломляют. На расшифровку уйдут годы. Нужно закрыть Атлантиду. Ты знаешь, как это сделать? О, да-да, я знаю. И? Что делать? Жезл. Жезл — это ключ. Что ж, пора. Нет. Еще нет. Если жезл — это ключ, то я не хочу оказаться в заперти. Я не отдам его. Еще столько нужно увидеть. План был другим. Не смей помыкать мной или читать мне нотации. Ты хотел закрыть это место. Я лишь помогаю. Это было до того, как я понял, что здесь можно найти записи о первой цивилизации. О создании человечества. Мы скроем это место, чтобы культ не поработил человечество. Это важнее, чем жажда знаний. Но культ перестанет быть угрозой, когда мы обретем силу. Нельзя оставлять это место открытым, ты же знаешь. Тебе не понять. Твоя гордыня погубит нас всех. При чем тут гордыня? В чем прок от этих знаний, если ты обречешь людей на гибель? Именно этого ты хотел избежать. Иногда лучше позволить людям искать свой путь. Они не готовы к сокрытой здесь силе. Верно. Я не могу спасти людей, но могу защитить их от них самих. Теперь это твое бремя. Судьба человечества будет зависеть от твоих решений. Понимаю. Алексиос, решай мудро.
Атлантиду нужно закрыть. Она опасна. Все готово. Так что, Сезам, откройся! Какая мощь! Таких соединений я в жизни не видела. Этот храм Иса устроен сложнее всех, что мы видели. Чем Лиссабон, чем Арктика. Я все записываю, Лейла. Это открытие точно тебя прославит. Ты видишь где-нибудь жезл? Нет, но я не все осмотрела. Он где-то здесь. Механизм должен быть открыт. В чем дело? Не знаю. Надо свериться с записями об Ису. Все ясно. Не хватает одного луча. Надо исправить. Кажется, эту колонну можно сдвинуть. Похоже на колонных зеркала. Если перенаправить эти лучи, может, они осветят что-то важное. Thank you.
Есть! Где же он? Что? Мудрость в знании. Того, что ты ничего не знаешь. Так, сказал мне друг. Невероятно. Алексиус? Да, меня звали хозяином орла. Да только Икар давно умер. Я тебя искала. Но как же ты... Но ведь ты искала не меня, верно? Артефакт Ису! Он действует! Жезл Гермеса Трисмегиста! У тебя должно быть много вопросов, Лейла. Ты знаешь мое имя? Может, боги сказали. Может, услышал в видении. Или из этой штуки в твоем ухе. Прости. Я пришел сюда с одной целью. Найти тебя и покончить с тем, что начал много веков назад. У меня твое копье. Вернуть его? Нет, оставь себе. Оно сломано. Но тебе это не мешало? В нем есть сила. С ним я побеждал врагов, которых даже Геродот не мог описать словами. Но всему приходит конец. Когда копье лишилось силы, я оставил его Геродоту на память. Мне столько нужно тебе сказать. Этот жезл очень важен. Ты жив благодаря ему. Но как? Спроси ученика Гиппократа. Слышал, они еще остались. Жезл выполнил свою роль. Мы делаем все, чтобы жезл не попал в руки тамплиеров. Послушай. Порядок, хаос. Кто бы ни победил, мир погибнет. Я сражался с хаосом. Но это принесло только беды. Я была на стороне порядка. Теперь я за право выбора. За хаос. Пифагор был прав. Ты ключ к исполнению пророчества. Ты восстановишь баланс, Лейла. Я видел слишком много войн. И слишком много смертей. Я прошел весь мир от края до края. Возьми. Теперь он твой. Пообещай кое-что. Конечно. Закончишь. Уничтожь его. Уничтожь их все. Мне еще многое предстоит увидеть. Не терпится вернуться в Анимус и навестить Алексиуса.
Как вы здесь оказались? Как всегда, шли по пятам. Геродот жаждал встречи с тобой. Пойми, Варнава, я обязан исследовать Тиру. Остров хранит великую тайну. Да, но не целый мир. А почему бы и нет? Атлантида не миф. Чепуха это все, но его не убедишь. Геродот прав. Она существует. Неужели? Это правда? Невероятно. Расскажи мне о ней. Здесь я должен был встретить своего отца. Знаешь Пифагора? Это он. Твой отец живет в вулкане? Пифагор? Нет, не может быть. Он ведь не бессмертный. У него был жезл древней цивилизации. Он-то и сохранил ему жизнь. Вот в чем дело. Так зови его! Раз он твой отец, пусть присоединится к нам! Отец был упрямцем. Он хотел сохранить знания об Атлантиде в тайне. Ха, ясно. Так вот в кого ты такой упрямый. Он сочувствует твоей потере. Ничего. Вам придется держать рот на замке. Никому ни слова. Обещаю. Но люди должны знать. Мы поведаем им о таинственном мире. Геродот. Хорошо. Вот и славно. Нам пора в путь. Как обычно. Мы столько узнали, верно, великий мудрец? Ты, может быть, я ищу истину. Не все мифы несут в себе правду. Но их даруют нам боги, чьим словам нет причин не доверять. Вы оба так помогли мне. Совсем не важно, кто из вас прав. Тебе ли не знать? Ведь ты полубог с орлом на плече. И, возможно, тоже бессмертный. Конечно. Но одно известно точно. Это приключение я никогда не забуду. В чем дело? Родители. Геродот, мне так жаль. Я думал, что еще повидаюсь с ними. Покажу труды своей жизни. А теперь... Не мог бы ты отвезти меня на Самос? Я должен попрощаться с ними. Конечно, мой друг. Спасибо. Один бы я вряд ли справился. Thank you.
Пес, подготовьте! Навали! Чудится? Хранитель, ты проделал долгий путь. Хранитель? Меня зовут Алексиос. Имена меняются, задачи нет. Ты хранитель. Тот, что охраняет печать и посох Гермеса Трисмегиста. Что это за задача? Быть связанным со мной. У меня много имен, но ты можешь звать меня Алитеей. Связывает? Как? Теперь я могу принимать облик, который тебе знаком. Ты доставишь меня к наследнице памяти. Даже сейчас она наблюдает. Говоря с тобой, я обращаюсь к ней. Я должен хранить посох, пока эта наследница его не заберет? И что со мной будет? То же, что и со всеми. А потом она откроет печать Атлантиды. Печать жаждет этого. Твоя задача — на время стать хранителем. Поклянись. Где наследница? Нигде, а когда. Ее здесь нет. Но в то же время она видит нас. Ладно. Клянусь сохранить посох для наследницы памяти, кем бы она ни была. Готово. Удалось что-нибудь выяснить? Алана качает результаты. Это займет какое-то время. А пока... Киоси, ты пропал. Меня слышно? Снова Бак. Я говорю, а пока отдохни. Наследница памяти, печать ждет тебя. Виктория, ты это слышала? Не слышала. А что такое? Сперва какие-то помехи, искажение сигнала, а потом этот голос... Алексиос слышал его в Атлантиде. Эффект просачивания. Киоси был прав. Отдохни, пока Алана анализирует результаты диагностики. Печать ждет тебя. Здесь стояла колонна Минотавра. Судя по всему, она выполняла роль брат. Неужели Ису превратили бедную женщину в горгону? У меня еды на неделю, если экономить на две. Не стоит оставаться там надолго. Если вдруг появится Абстерго, мы не сможем помочь. Да-да, я быстро. Здесь была колонна Сфинкса. Просто не верится, что Ису так уродовали живых существ. Эта колонна — часть ворот, которые сторожил Циклоп. Ису творили ужасные вещи, и кто знает, в прошлом ли это. Алексиоса больше нет. Узнать бы о нем больше. Если есть биоматериал, можно взять образец. Нет. И ты меня пугаешь.
Хранитель доставил меня к тебе. Его обет исполнен. Теперь мы с тобой связаны. Наследница памяти. Это печать Атлантиды. Она долго ожидала тебя. Виктория, голос Алитеи исходит из посоха. Виктория? Чужак тебя не слышит. Ты создаешь помехи? Спокойно, Лейла. Ты не сошла с ума. Вроде. То воспоминание. Если это не баг Анимуса, Алексиус хранил посох для... меня? А посох каким-то образом может передавать аудиосигналы, связан с печатью. Символы. Они очень похожи на код замка. Назови их в нужном порядке, и печать откроется для наследницы памяти. Ладно, говорящая палка. Какой порядок нужный? И как это узнать? Ответ хранится в памяти хранителя. Альтаир 2, я возвращаюсь в Анимус. Если сигнал есть и вы меня мониторите, отлично. Если нет, ну, вы меня предупреждали. Мы должны отвести наследницу памяти к символам. Человек по имени Ферос знает, где они. Ферос. Он помог увести Фидия из Афин. Поэтому ты снова привела меня к нему. Ты стал хранителем еще до того, как узнал об этом. Чтобы открыть правду, нужно встретиться с Феросом. Как я узнаю, что это наследница памяти? Она придет. Твой путь завершится в зале Атлантиды, там, где начнется ее путь. Объясни, кто такой хранитель? Это не человек, а задача. Твоя задача. Пифагор хотел использовать силу посоха. Хранитель должен беречь посох и скрывать его силу до появления наследницы памяти. Кто? Или что ты? Я Алитея. Пифагор называл мой народ теми, кто был раньше. Но мы зовем себя Ису. Как и ты, я изменила этот мир, но возникли трудности. Я перенесла свое сознание в посох Гермеса Трисмегиста, чтобы поговорить с тобой и с наследницей. И где теперь искать Фероса? Я знаю, что он на Серепосе. Но будь осторожен. Он там не по своей воле. Я найду Фероса. Ты ведь пойдешь со мной? У нас одна задача. Лейла, прием. Алана, это ты? Две новости. Что-то создавало помехи, и мы потеряли твой сигнал. Киоси уже разбирается. Знаю, звучит безумно. Но дело в посохе. И я уже ничему не удивляюсь, но лучше проверить. А вторая новость... Твой анимус действительно лажает. Виктория бесится, и, если честно, я не уверена в твоей безопасности. Это я бешусь? Лейла, Альтаир 2 движется к заданной точке, а ты сделай перерыв, пока мы все не выясним. Вики, я не могу. Алексиус ищет Фероса, тот знает, как открыть печать Атлантиды. Что? Лейла, я... Ферос был другом Фидия. Я все расскажу, как только получу ответы. Отбой.
Мне известно не больше, чем Фидию. Прошу, хватит. Я бы рад, но не могу. Пока ты не скажешь, где нашел символы, что мы видели у Фидии. Хватит! Хозяин Орла, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Досталось. Пустяки по сравнению с тем, что сделали с Фидием. Слышал? Что ты знаешь о Фидии? Это лишь слухи. В его мастерскую пришла женщина в золотом. Пытала, сломала ему руки. Тело так изувечили, и не похоронить, как подобает. Все из-за символов. Символов? Я исследовал гробницы Агамемнона, Этиокла и Ориона. Я странствую, как и ты. Там я нашел символы, перенес на пергамент и подарил его Фидию. Где были символы? Один в Арголиде, в гробнице Агамемнона. Второй я нашел в Аттике, в гробнице Этиокла. А последний в Биотии, в гробнице Ориона. Тебе нужно где-то спрятаться, Феррес. Можешь уплыть с нами на Адрестии. Я вечно буду у тебя в долгу. Вот карта. Не слишком точная, но что поделать. Хайре, хозяин Орла. И спасибо. Thank you.
Он даже ловче меня. Это он. Дарий, отдохнул бы. После Македонии и Охотника в Греции нет безопасного места. Для нас нет. Нам нельзя отдыхать. Мы всегда будем в бегах. Ни дома, ни друзей. Это одинокая жизнь. Но все же жизнь, Алексиос. Да и вариантов нет. Лучше жить одиноко, чем не жить вовсе. Нима придет к нам? Вот почему я написал. Беда? Мы искали в Ахее корабль, плывущий к дальним берегам. План простой, но, как обычно, бывает. Возникли сложности. Этот флот плывет в Патры, и он не первый. Здесь что-то неладно. Военные патрули, морские блокады. Нима отправилась на поиски корабля, но не вернулась. У тебя есть предположение, что стряслось с Нимой? Она умна, будет держаться в тени. Учитывая, сколько в Ахее размещено солдат, она скорее прячется, чем... Она найдется, Дарий. Как думаешь, что там происходит? Что-то важное. Думаю, Ниме удалось узнать, в чем дело. Возможно, Орден причастен. Тем более, нужно ее найти. Найти Ниму будет просто. Она ушла в Патры этим путем. Отсюда и начнем. Следуй за мной. Не так уж и высоко. Эй! Эй, ты! На крыше! Да? Она не твоя! Ты прав. Вечно кто-то прыгает с крыши. Нужно разложить побольше сил. Нет, нет, нет! За мной! Больше паров! Пути в Патру с ним, и что-то случилось. Нужно найти ее. Найдем, Дарий. Найдем. Чем вы с Нимой занимались после Македонии? До Ахеи. Выживали. Как-то скучно. Надеялся, я развлеку тебя рассказами о своих великих приключениях? Ну, да. Мы прятались в тенях, скрывались от людей. Скука безопасна, приключения нет. Пути расходятся. Ниму будет трудно отыскать. Конечно, ее воспитал я. Что, поехали. Попробуем найти ее след. Оружие принадлежало солдату, не Ниме. Ищи дальше. Тяжелый доспех и кровь, но тела нет. Видно, Нима спешила, раз оставила все так. Дарий, здесь нет следов Нимы, лишь припасы и снаряжение солдат. Она осторожна. Славно. Алексиос, сюда. Тропа, ведущая в горы. Идем. Пошел. Давай, давай. Откуда ты знаешь, что Нима пошла сюда? Иногда нужно вдуматься и вглядеться. На мосту были стражи. Не видел? Рискованно, и Нима понимала это.
тело. Засада. Да, я вижу. Я стараюсь. Слово бури закон. Они что-то ищут. Присмотрись к ним. Они жаждут крови. И получат. Нам нужен план. Если Нима прячется здесь, ей не избежать боя. Действуя тихо, мы сможем устранить стражи по одному. Мудро, хозяин Орла. Расправься с врагами, без шума. Тихо и быстро. Опасное место. Тихо, Алексиус! Этот твой. Она где-то рядом. Обыщите все. Она прячется. А этот мой. Отлично. Нима, она должна быть здесь. Нима. Алексиус. Вот мы и встретились. Поверь мне, помнишь? Трудно жить, никогда не ошибаясь, да? Это тяжкая ноша, но я держусь. Что ж, рада тебя видеть, Алексиус. Я тоже рад встрече. Узнав, что ты попала в беду... Ты сел на коня и поскакал на помощь? Кажется, ты сама справилась. Не суть. Дочка. Есть еще кое-что. Нужно найти мою маму. Людям нужна наша помощь. Их выбросило на берег Вахеи. Их забрали в крепость, недалеко отсюда. Я схожу туда. Вдруг сюда придут солдаты. Если мы бросим тела здесь, это привлечет ненужное внимание. Я соберу людей, пока ты прячешь тела. Пленников держат в крепости на вершине скалы. Береги себя. Спаси мою маму! Прошу! Нужно идти в крепость. Вижу их.
Ты не видел мою дочь? Твоя дочь с остальными внизу. Иди. Бегите, остальные внизу. Хвала Зевсу, спасибо. Желтые глаза.
за примечательной. Сказала же, никого похожего я не видела. Не лги мне. Не хочешь, не верь. А как насчет Мистия с ручной птицей? С орлом? Просто смешно. Отстань от меня со своими глупыми вопросами. Ах ты! Помогли культу, пора вернуть должок. Подпись «Буря». Орден и культ работают вместе. Неудивительно. Задержались в Ахее. Скоро Орден настигнет нас. Людям нужна наша помощь. Мама! Дочка, ты цела? О, Зевс! Алексиус, ты здесь? Это ты освободил нас. Спасибо. Я Клета. Я даю приют страждущим в буре. Деревни неподалеку. Я уже давно живу в Ахее, но что-то изменилось. Приближается опасность. Я нашел письмо, адресованное некой Буре. Ты знаешь ее? Все жители Ахеи знают Бурю. Это самый свирепый капитан в Эгейском море. Выжить после встречи с ней невозможно. Ее гнев страшит даже Посейдона. Те, кто не может сбежать от бури, живут в моей деревне. Но это временная мера. Гавань закрыли. Солдаты обыскивают тут все. Я думаю, как помочь людям бежать из Ахеи. Если ты можешь помочь, приходи ко мне в буру. Она знает больше, чем говорит. Неважно, Орден уже здесь. А Морг не простит нам того, что мы сделали в Македонии. А Морг не забудет, что в смерти охотника виновен проклятый. Его ум острее любого клинка. Возможно, он уже здесь, наблюдает, изучает наши действия, решения, ищет наши слабости. Здесь оказались люди со всей Греции и из-за ее пределов. Торговцы, крестьяне, моряки, целые семьи. Их ловят и допрашивают о Македонии.
Из-за нас. Люди страдают, потому что Орден разыскивает нас. Люди страдают, и мы должны помочь им. Не это ли наша цель? Разве не стоит рискнуть? Их не спасти. Пока буря так сильна, нам нужно нанести ей удар. Только тогда люди смогут вернуться домой. Значит, за дело. С чего ты начнешь? В Патрах множество солдат бури. Я попробую выведать что-нибудь о Гавани и, возможно, о самой буре. Это женщина, Клета. Она рассказала о буре не все, но ей нужна помощь. Людям в деревне тоже. Им пригодится кто-то вроде тебя. Я проведаю ее. Твой отец знает, как уйти эффектно. Куда он пошел? Проверить кое-какие сведения. Рядом с гаванью в Патрах есть выброшенный на берег корабль. Найдешь его там. У бури не будет шансов против нас троих. Она умрет. И вы сможете покинуть Грецию навсегда. Я отправлюсь в гавань и выслежу бурю. Вряд ли она единственный член Ордена в Ахее. Я поищу остальных. До встречи, Алексиус. До встречи. Можно поискать Дария и Ниму в Патрах. Или заглянуть к Лете в Буру. Thank you.